Наше акционерное общество по производству лекарственных средств уже на протяжении 15 лет выпускает эффективные препараты для лечения инфекционно-воспалительных заболеваний. Для производства продукции мы используем различное фармацевтическое оборудование, соответствующее требованиям и стандартам GMP. Мы успешно поставляем свою продукцию в страны СНГ. Я являюсь ведущим менеджером по организации производства. Год назад руководство общества решило расширить рынок продаж и поставить свою продукцию в Литву, Латвию, Эстонию. Для выхода на рынок стран Балтии наша компания планировала осуществлять поставку популярного препарата антибактериального действия в новых картонных упаковках. Раствор с лекарством поставляется в стеклянных ампулах объемом 5 мл. В коробку мы обязательно была, по сути, вложена бумажную инструкцию, бумажный лист с информацией о назначении, способе применения,